Всем привет, с вами Сергей Чураков. В этом видео я вам расскажу, как подвязать доменное имя к YouWeb. Вот правильное доменное имя, заказанное на нашем сервисе VWebs Access Corporation. Значит, заходим на YouWeb. Как зайти, смотрите предыдущее видео. Значит, здесь шестереночку наводите, нажимаете, написано «Сменить домен». Кликаем. Здесь пишем домен. Домен с тремя W. Вставляете вот так и нажимаете сохранить. То есть обратите внимание, вот 3 W обязательно. А дальше название вашего домена. И нажимаете сохранить изменения. Так, здесь сохранили. Поехали дальше. Значит, на C-панели, как мы зашли на C-панель, через наш VWeb сервис. Заходите на C-панель, нас интересует раздел домены. Кликаете вот сюда, расширенный редактор DNS-зон. Пока загружается, откроем еще разок, у нас тут есть подсказочка. Значит, чтобы использовать уже имеющийся домен, направьте его DNS на uwebaccess.com. То есть выделяем, копируем. Ваш хостинг-провайдер может помочь это сделать. То есть DNS надо направить, перенаправить вот сюда. Так, здесь загрузилось. Вот смотрите, ищем наш домен. Тот, который мы вставляли. 3W и название домена. То есть то, что у вас находится здесь, надо удалить и поставить именно uwebaccess.com. Как это сделать? Нажимаете раздел «Редактировать». Выделяете, удаляете и вставляете. Нажимаете «Редактировать». А у меня уже все сделано, поэтому мне ничего не надо. Значит, в одном из предыдущих видео я вам предлагал технологию, когда надо еще сменить вот эту запись, IP-адрес, на другой. К сожалению, при смене IP-адреса у нас не работает почта, сделанная в этом домене. Поэтому эту запись мы не трогаем. То есть в этом разделе мы трогаем только раздел 3W и название вашего домена. И этот раздел меняем на uweb.access.com. То есть вот этот CNAME. Это у нас был раздел редактор, расширенный редактор DNS-зон. Поехали дальше. Что же надо сделать, чтобы без 3W у нас все работало? Опять-таки в разделе домены ищем перенаправление. Кликаем сюда. Значит, у меня уже здесь поставлена вот такая запись. То есть, если когда люди у нас набирают без 3W впереди и ваш домен, они будут перенаправлены на домен с тремя 3W. Как это сделать? Значит, сейчас я удалю вот этот момент и заново вам покажу. Как мы это сделаем? Значит, вот здесь, во-первых, есть учебный видеоматериал. Кто хочет, можете кликнуть и ознакомиться. Там все очень подробно расписано, куда кликнуть, что сделать. На этом останавливаться не буду. Так, значит, здесь выбираем наш домен. Значит, по умолчанию 3W уже вставлено, поэтому мы ставим галочку «Не перенаправляй с 3W». То есть, будет вот, кто набирает просто HTTP, LadyMaryK, либо просто LadyMaryK, либо ваш, в общем, домен. Дальше, «Redirect». «Redirect» пишем ваше доменное имя с 3W. Там вот подсказка. Должно начинаться с протокола HTTP. Значит, впереди надо поставить HTTP, двоеточие. Теперь дальше. Просто так это не будет работать, поэтому ставим еще галочку «Перенаправлять шаблоном». То есть все, что находится за слэшем, то есть какие-то странички, если бы были на вашем домене, они будут все перенаправлены на ваш домен с 3W. Все. Это поставили, здесь поставили галочку, точечку, здесь галочку поставить и нажимаете кнопочку «Добавить». Здесь показано, что набирая вот этот адрес, будет производиться редирект на вот такой адрес.
Нажимаем назад. Давайте проверим. Так, я выделяю этот адрес. Ставите перейти. Видите, перенаправление идет на 3W. То есть, что и требовалось доказать. И домен, естественно, у нас работает. Поэтому вот эта схема, она является рабочей. Кстати, при вот этой схеме, которую я вам показал, почта, организованная на нашем VWebs, на нашей C-панели, то есть вот этот раздел «Почта», вы здесь можете завести почтовый аккаунт. Вот у меня уже завел. Я уже завел почтовый аккаунт info@ladymarieke.com, и этот почтовый аккаунт уже будет работать. Как сделать, как завести себе почтовый аккаунт, я рассказывал на одном из предыдущих видео. Смотрите на моем канале. С вами был Сергей Чураков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!